часами ждут на остановке общественного транспорта. Жителям ближайших к Сургуту поселений проблематично добраться в город. Маршрутные такси должны ходить четко по расписанию. На деле же опаздывают или вовсе не приезжают. Лена Киямова выясняла причины. Ровно час я простояла, ждала, пока приедет маршрутка. В дождь и в морозы жителям поселка Барсово приходится ждать транспорт до Сургута часами. По расписанию маршрутка должна появляться на остановке не реже, чем раз в 40 минут. Но вовремя ее никогда не было. Как минимум опоздает, максимум не приедет вообще, жалуются люди. Ты не можешь рассчитать время, куда-то записался к врачу на ту же работу. Тебе надо вот это время рассчитывать, чтобы не опоздать там. Это ненормально. Тем более были морозы, это было вообще. С этой проблемой столкнулись не только барсовчане, но и жители Белого Яра и Солнечного. У этих поселений один перевозчик. О качестве его работы люди стали писать руководству Сургутского района и в социальные сети. Уехать невозможно. И в группе очень много жалуются. Нам-то хочется, конечно, быстрее уехать. Но может, у предприятия какие-то свои там проблемы, кто их знает? Автотранспорт в каком состоянии, мы тоже же не знаем. Проблема у перевозчика действительно есть. Недостаток в водителях. Но это не дает ему права нарушать правила договора, который он подписал с окружным департаментом дорожного хозяйства. На каждом маршруте должно работать 9 единиц техники. По факту всего 6. Вопрос, может быть, нужно даже решать уже и кардинально, в том числе, менять перевозчика. Поэтому сегодня и с Депдорхозом мы работаем, и с перевозчиком мы работаем. Количество, сегодня мы вот только мы проводили рейд, как раз-таки фиксировали для того, чтобы проинформировать и департамент дорожного хозяйства, чтобы они могли составить претензию. Перевозчик сообщил муниципальным властям, что к началу февраля на линию выйдут все транспортные средства. Водители найдены. То, как исполняет свои обязательства бизнесмен, в администрации муниципалитета взяли, как говорится, на карандаш. В ближайшие дни приедут специалисты окружного департамента дорожного хозяйства, чтобы зафиксировать нарушения, а после принять необходимые меры. Лиана Киям, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургутский район.